Всем привет. Ветер, правда. Наверное, задувать будет микрофон, не знаю. Приехал вот на речку. Короче, проверить. Вот такая речка. Как бы льда уже нету. Вот, где вот видно вот эта такая фигня, которая не колышется от ветра. Вот этот лед еще. Ну, он тоже уже еще, наверное, пару дней растает. Короче, испытать вот эти воблеры, которые пришли вчера мне. На них я уже снял распаковку, обзор. Ну, не знаю, включу это видео, в то видео, или вообще не включу, короче. Но хочу посмотреть, как они плавают. Такие вот. Этот светящийся, вот этот. А эти простые. Но они, у них разные лопатки. Сейчас посмотрим, как они плавать будут. Вода, правда, мутноватая. Но я думаю, будет видно. Так, не знаю, что она, короче, показывает. Но мы сейчас вытащим. Все из пакета. Да, что такое? Крючки, охренеть. Стрючи. Так, пакетик мы в карман положим, потому что нам надо их забрать из пакета. Так, снимаем мы его. Ветер, наверное, будет звук весь задувать. Вот такого посадим. У него лопатка более такая острая, а этот такая туповатая, как и какая-то выемка есть. И этот тяжелее должен быть. Не знаю, будет он плавать или не будет. Сейчас мы проверим, короче. Идем. Так, пошли. Да ё-моё. Ты-то куда? Идет еще твое время, подожди. Блин, наверное, не будет видать нифига. А нет, тоже плавающий. А, ну он заглубляется. Но плавает. Вот видно как. Блин, нихера не видать, короче. Но под водой тоже плавает. Блин, что ж такая вода мутная? Он уже какую-то херню зацепил. Короче говоря, он плавает. Но он заглубляется и вот так мотается. Нормально. Но тут какая-то грязь. Я здесь боюсь просто кидать. Здесь всякие ветки, палки. Можно зацепиться. Так, давайте сейчас. Другого зацепим. Вон, только вытащила он весь какой-то херни уже. Хотя здесь раньше мы тоже щуку ловили. По-моему, я даже вот на этой речке первую свою щуку поймал. Когда-то давным-давно. Так, вот это давайте попробуем. Ого, этот тонущий. Хотя на вид он должен вообще плавать. Ну, по весу, в руках держишь, он плавающий как будто. А он тонет. Тоже играет нормально. Не знаю, как будет видно, блядь. Там ни хера не будет видно. Но он заглубляется. Дома посмотрю, короче. Если будет более-менее видать, я выложу это видео. Если не будет видно, то не выложу. Короче, будем знать. Этот тонет. Вот кидаешь, он на дно сразу идет. Хорошо. Это я так на всякий случай. Потому что они что-то, я не помню, рублей, по-моему, по 45.
какой заказать. Это как бы на пробу я. Ну вот в этом, что интересно, вот они вроде все как с одной серии. Вот этот вот и вот этот. Но у этого, не знаю, как будет на экшен камеру видно, вот эти кольца, ну сами, как их назвать, они просто впаяны вот. Тут вот маленький он такой впаянный в пластик. Здесь в пластик впаянный, здесь в пластик впаянный. А вот на этом же, ветер, я не знаю как. На этом же вот эта вот вся железяка, она целиковая. Согнута, гнется здесь, пошла сюда, согнулась и вышла. Вот эта железяка вся целиковая. Вот это. И вот здесь, скорее всего, тоже так же. Потому что кольцо расположено тоже вот так вот. Вдоль, а не поперек, как здесь. Сейчас давайте на светящийся подцепим. Так, камеру забыл. Чуть сам за воблером не поплыл. Так, этот у нас тоже плавает. Смотри-ка, и тоже нормально играет. Интересно. И всплывает. На чистой воде покидать, конечно. Не здесь, на этом болоте. Но не стал далеко ехать. Прикольно плавает. Я даже, наверное, сейчас ее зашвырну. Сейчас камеру поставлю. Короче, ничего мы не поймаем, это ясная фигня. Все, короче, плавают. Посмотрю, как будет видно на видео. Выложу, а может быть и не выложу. Вот так вот. Всем пока.